отец, мать, у меня братья были, сестра была. И мы все были в Тамашполе. Во время войны мы все были, мы не успели эвакуироваться. И у нас была гетто, колючая проволока. Мы там прожили все 4 года. Конечно, мама, родители забирали на работу, я была маленькая, я оставалась почти одна. Внезапно я заболела тифом вместе с моей мамой. Ну что, нас спасла женщина, врач, которые все годы не знали моих родителей, и моей бабушки, дедушки. И она так ходила к нам и нам ставила уколы. Один раз, когда ее увидели, ее так избили, что она лежала 2 недели. С 3 до 7 лет маленькая Клара жила в огражденной колючей проволокой гетто. Родители утром уходили на работу, чтобы заработать ежедневный паёк, кусочек хлеба и сахар. Девочка оставалась дома одна, без воды и хлеба. Не только наша семья, там было, значит, в одной комнате 22 метра, 24, мы жили 3-4 семьи, вот, с такими детьми, как я. Вот. У меня даже фото есть, которые я могу показать, мои соученики. Мои родители мне рассказывали, а так я почти ничего не помню, потому что я сильно болела. То у меня тиф был бручной, то у меня коклюш было, то у меня шкарлатина была. И так все эти 4 года я переболела, и ни одного хорошего дня. Не то, что я-то не помню, то же мама рассказывала. Евреев очень много было, район был большой район. Вот, многие эвакуировались, а остальные, кто не успели, так они остались в гетто. Несколько раз в гетто выстраивали людей, направо женщин, налево мужчин, для проверки их на пригодность для работы. Клара вспоминает рассказы своей мамы о том, как чудом им удавалось спастись от неминуемой гибели. Мама была, меня взяла на руки. Ну что, нас спасли украинцы. Как спасли? Вот эти украинцы, которые у моей бабушки была, как хлебзавод, сейчас он называется, пекарня. И эти люди работали у нее, и они нас знали, и они нас спасли. Вот. С трудом спасли. Перед этим они мне одели украинскую кофточку и хрестик. Вот. И тогда они узнали, что родители... А моя мама говорила чисто на украинском языке, потому что мы жили с украинцами. Так мы все время... Русский язык у нас не было, только украинский. И они подумали, что мы крестьяне, и эти крестьяне нас забрали к себе. И мы прожили там, наверное, неделю. Люди какие-то рассказали, что мы нас снова завезли в этот... как, ну, это не считается концлагерь, а это гетто. Это колючая проволока, и так вот мы. Вот это то, что мама рассказывала. Но почти я не помню. У нас в местечке, в районе, очень украинцы много помогали. Ну как они помогали? То, что имели. Вы понимаете, у них тоже все забирали, немцы все забирали. И коровы, и куры, и лошади, и все забирали. Но вместе с тем, то, что они спрятали в этих погребах или где-то, так они нам тоже что-то приносили, чтобы мы не умерли с голода. Чтобы не они, мы бы умерли с голода. Так, если немцы бы нас не расстреляли, так мы бы так умерли. После войны из гетто Клара с родителями переехали в Винницу. Окончив школу и институт, Клара познакомилась с Муше, с будущим мужем. Через 20 лет из-за болезни мужа и совета докторов Клара решила переехать в Израиль. Мы уже здесь 23 года, да, его спасли, нечего сказать, его спасли, слава Богу, Израилю, что такие врачи, что его в Рамбо, его положили и его спасли.